Городской чемпионат прошел уже в третий раз. Уровень команд растет год от года. В матче за первое место на площадке спорткомплекса «Рыж» встретились команды «Нижнекамск» и «Кондор». Играли два тайма по 25 минут. Счет на табло открыли игроки «Кондора». Черно-белые были в роли догоняющих. Более молодые соперники навязали свою игру. Шансы забить у игроков «Нижнекамска» были, но вратарь желто-зеленых был неприступен. К перерыву «Кондор» увеличил отрыв до двух забитых мячей. Рисунок игры поменялся во втором отрезке матча. Опасных моментов у ворот «Кондора» было заметно больше. Игроки «Нижнекамска» усилили прессинг, и это принесло свои плоды. В первые пять минут второго тайма черно-белым удалось сравнять. Отличились братья Будылины. Не надо бежать, не надо там делать. Если будет момент, используйте. А так отработать сзади больше. В оставшееся время «Кондор» учинил настоящий разгром ветеранам футбола. Ворота голкипера команды «Нижнекамска» они заколотили 6 мячей, на что черно-белые смогли ответить только одним. Итог встречи 8-3, «Кондор» чемпион этого года. Счет 8-3 не до конца отражает соотношение сил на поле все-таки, да. Но победила молодость, победил Задор, ну, хорошая команда «Кондор», это все-таки на данный момент это лучшие игроки в городе, которые у нас играют. Я думаю, что заслуженно победили. Намного интереснее играть. Знает человек, которого видел сначала, подавал мячи, грубо говоря, на поле, смотрел на него, а теперь играешь плечо в плечо с ним, как-то еще больше охоты победить. Ветераны, команда очень добротная, и я считаю, финал достоин двух соперников. Просто победил сильнейший. Хотели, чтобы молодежь росла, еще раз повторюсь. И она достойно представляла нашу команду. И молодцы, все молодцы. И за нашу команду я очень рад. И я думаю, в следующем году тоже поборемся. «Кондор» одна из сильнейших команд. Все-таки на их стороне возраст. На нашей хоть и мастерство может быть, но все-таки возраст сказывается еще. Но они достойны, они выиграли. Сезон завершен, победители известны. Второе место заслуженно получили игроки команды «Нижнекамск». Кубок за третье место завоевали гости турнира футболисты из Менделеевска, команда «Амоний».